Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня я хочу вам поделиться способом проращивания семян большинства хвойных деревьев. Это такие как ели, сосны, кроме кедровых. Особенно это эффективно для лиственниц. Вот берем такой вот контейнер небольшой, ватный диск, увлажняем его раствором воды и фитоспорином, ну либо его аналогом. Хотел сказать, если собираетесь заниматься выращиванием семян хвойных деревьев, то без фитоспорина вам вообще в дальнейшем никак не обойтись, или хотя бы его аналогом. Увлажнили мы этот ватный диск раствором фитоспорином. Укладываем семена. Я вот сегодня на примере ели ситкинской. Так я равномерно насыпал семена на ватный диск увлажненный. Затем мы это дело закрываем крышкой от тары. В крышке не забываем проделать отверстие. И все это дело ставим в теплое место возле окна. Раз в сутки периодически открываем, у нас 20 минут даем проветривать. И заодно поглядываем. И заодно следим, пока не появятся крышки. Как появились крышки, это семечко достаем и сажаем отдельные стаканчики с грунтом. Такой метод позволяет уменьшить место для проращивания. То есть не надо сажать в огромные ящики семена. Особенно это актуально для лиственниц, так как лиственницы очень плохо переносят пересадку. В данный момент уже конец февраля. На этом пока все. Будет продолжение. До свидания.